Мы находимся на 28-м международном архитектурном фестивале «Зодчество-2020», темой которого в этом году является вечность. Цель проекта – поиск и выявление современных тенденций в архитектуре и градостроительстве. Фестиваль проводится с 1993 года и традиционно включает в себя выставки и презентации. На них демонстрируют свои инсталляции отечественные и зарубежные архитектурные организации. Темы фестиваля меняются каждый год, и это позволяет участникам показывать новые работы. В этом году главная тема фестиваля – вечность. Она направлена на поиск современных тенденций в архитектуре. Участники экспозиции «Сумасшедшие корабли», среди которых был Петр Виноградов, раскрыли ее с помощью своих инсталляций. Это «Черный ковчег». Это, значит, тема, объект, размышления о нашем таком уж бедном, уже ужасном городе Москва, который настолько переполнен людьми, настолько переполнен уже, собственно, зданиями, что он еще не сошел со стапелей, этот корабль. То есть сейчас это стапель, на котором установлены сами дома временно, но мы их поставим на сам корабль. То есть корабль еще не поплыл, не пошел в плавание. 500 лет Москва строится заново всеми, никак не достроится. Но он уже фактически обречен на то, что он утонет. Помимо выставок, организаторы представили несколько программ фестиваля. Конкурсная была направлена на архитекторов, дизайнеров и строителей. В рамках этой программы по традиции соревновались лучшие архитектурные работы, сделанные участниками. А в деловой программе посетители послушали лекции от экспертов. В них были освещены темы архитектуры в разные века. После этого гости приняли участие в обсуждении роли архитектуры в территориальном развитии Москвы. Фестиваль проходил в Москве с 11 по 13 октября. Посетители смогли узнать больше об архитектуре будущего, а также пообщаться с участниками выставки. В следующий раз гости увидят новые изобретения в 2021 году.